Появление очередного ограждения в зеленой зоне тут же вызвало панику у местных жителей. Однако специалисты районной администрации спешат успокоить граждан. Ни одно дерево не пострадает, а сам постамент будет всего лишь обрамлять полукруглую аллею и не займет много места. Это будут звезды с именами сочинских героев войны. Потому так часто и печаль мы замолкаем. Авторы идеи уверены, композиция станет украшением парка. В ночное время ее будут подсвечивать несколько прожекторов. Значит, данный проект был выставлен на согласование и рассмотрение с общественностью, с депутатским корпусом города Сочи, где получил полное одобрение к реализации. То есть фактически в настоящее время сейчас идут работы уже по подготовке этой площадки. Будет реализован проект до 5 мая. Официальное открытие постамента запланировано на 9 мая. Здесь пройдут торжественные мероприятия, посвященные юбилею Победы.